первый раз в первый класс. Подготовить ребенка к этому важному событию – дело не из легких. Чтобы помочь родителям, в муниципалитете проводится акция «Скоро в школу». Заместитель главы Одинцовского округа Олег Дмитриев приехал в Звенигород, чтобы вручить подарки двум первоклассникам. Дорогой первоклассник, первоклассница наша, скоро в школу. Впереди твой первый день знаний. Серьезный, важный момент, к которому долго готовишься, ждешь и волнуешься. Цель обеспечить школьным набором рюкзак и школьной принадлежности, это пластилин, ручки, тетрадки детишек, которые идут в первый класс. Это детишки из семей, где доход на человека ниже прожиточного минимума, и многодетные малообеспеченные детки. В этом красивом рюкзаке есть все необходимое для учебы, что позволит родителям сэкономить время и силы на сбор первых школьных принадлежностей. Очень неожиданно. Мы пока еще только форму купили, поэтому рюкзак нам очень пригодится. Благотворительная акция «Скоро в школу» проводится по инициативе губернатора Московской области. По словам Олега Дмитриева, школьные наборы к 1 сентября получат 122 семьи Одинцовского округа. Эмилия Аркелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».